алкаш и торчок, стал боксер и качок. Все-таки метаморфоза лидера группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка является главным примером нашей современности. Не говоря уже о песнях, которые были, есть и будут хитами, вне зависимости от того, шутливы ли это кавер-версии или плакатные призывы. Сегодня они все прозвучат здесь. Трибьют-концерт группы «Ляпис Трубецкой» в Бирхолле «Пробка». Сергей Михалок, с ним произошла такая метаморфоза, он же был в теле, стал за собой следить, питаться. Но тексты же он тоже писал и в том, и в другом состоянии. Отличаются ли они? Тогда это была такая веселая, сатирические тексты, сатирические. Сейчас Михалок, он такой воин, он стал бороться, и он стал доносить до людей вот эту вот энергетику. Он стал железный, правильно, Андрюша подсказывает. У меня рука Сиверс, на руке Марс, мой миллиард Мэнчер, Капитал. А вам же нравится Ляпис Трубец? Или Сережа Михалов? Ну, с Ляписа Трубецкого, честно говоря, знаю только «Воины света», вот это как-то яблони цветут еще. А ты кинула, а Евпатор. А все, ребята, харе отработали лавы. Нет. А вам сколько лет? 21. Он же весил 117 килограмм, потом взял, похудел, накачался, и теперь вообще герой. Не, ну видно, да, симпатичный вообще такой вот. This is my money best. I'm number one, I'm the best. This is my money best. Почему вы в желтых футболках? Расскажите, что за заговор? У нас в воскресенье 22 мая будет необычайное событие. Мы проводим день самоуправления. Это день, когда мы все меняемся своими ролями. И я, и Дима, арт-группа в полном составе, ведущий, директор ресторана. Все мы выходим в зал обслуживать гостей. Это будет происходить во время чемпионата Харькова по живому караоке. Официанты займут наши места. Работники кухни тоже выйдут в зал. А вот Глеб, например, будет работать на баре. Я готов, а самое главное, что готова наша команда. Мы одна большая семья и в очередной раз докажем, что мы самый дружный коллектив в общепите. Хочешь быть разбойником, не люби принцессу. Мертвые поклонники, живые поэтессы. Из каких ингредиентов создается мексикан? Ну это, конечно, текила, пизан, лимонный фреш. Но я еще буду добавлять щепотку харизмы в каждый коктейль и грамулечку счастья. И вот еще добавлю некий ингредиент, о котором вы узнаете 22 числа на дне самоуправления. Поздравляю с днем рождения Вакарчука. 14 мая, точно, Славка, с днем рождения. Я бы ему хотел пожелать, конечно же, крепкого здоровья, потому что это очень большие нагрузки. Ну, представляешь, человек в туре, да? Это другая жизнь. У меня были мини-туры там по 4, по 5 дней, недели от силы, но это тяжело. Потому что в туре надо быть максимально собранным. Ну и, конечно же, всем хочу пожелать новых классных песен. Что же селебы, киевские лигосмешники делают в Харькове? Вы знаете, так сложилось, что я здесь живу, это мой родной город. И сегодня день рождения у моей замечательной подружки Эли. И волею судеб я оказался здесь, в этом замечательном месте «Пробка». Ты пользуешься в реальной жизни этим сексуальным голосом? У меня уже сложились достаточно серьезные отношения. Я уже 3 года встречаюсь с девушкой. И больше в моей жизни отношений быть не может. Я вложил на вас свой огромный, огромный железобетонный полк. Я вложил на вас свой огромный, огромный железобетонный болт. Ты Инстаграм завел, социально активный стал. Да, мне в мои 40 пора завести Инстаграм. Я подписан только на «Пробку» и все. А на меня какие-то люди непонятные подписаны. То есть ты хочешь сказать, что ты даже на жену не подписал?
У жены нет Инстаграма. У жены Nokia 3310. Я коплю на айфон, ребята. Будет на вашем месте. Идется конкурс, большой отбор, поэтому еще неизвестны результаты. Это будет всего один вечер, да, куда уж там. Ну, там посмотрим, может быть, это станет хорошей, доброй традицией, потому что на самом деле и арт-группа должна понимать работу хостес, которую она курирует. Безусловно, должна бухгалтерия знать, как зарабатывают деньги, которые получают бухгалтера на зарплату.